have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, это Туника. Мы с вами возвращаемся в этот замечательный мир. Итак, у нас... я, кстати, вот только что заметил, в старом доме пририсовочка... мелодии. А тут у нас пририсовочка, как будто тут можно что-то взорвать. Кстати, давайте, может быть... Вот эти пририсовки про взрывы, это у нас отмечены везде тайные ходы. Нужно ли мне это было, не нужно? Сейчас, через что? Одна лестница вниз, двойная одна. И потом... А, нет, нет, нормально. Это мы знаем, это через дверь героя, это не тайная дверь. Вон там он внизу, маленькая дверка. Лесенка. Ладно, в общем, пока что не будем строить каких-то больших теорий, потому что у нас есть еще явно не все. Погодите. А, вот. Я забыл, как сражаться. Пойдем сейчас сюда. Сюда в прошлый раз или разы не пошел, так как аргументировал это отсутствием щита. Также у меня сегодня в планах проверить, могу ли я турельки взрывать динамитом. Хватит ли на это силы динамита, я не знаю. Посмотрим. Ох, я забыл про это. О, я увернулся. Вот это я красавчик. Так, ладно. Вода меня замедлит или нет? Вот что мне интересно. Идти. Надо будет сейчас как-нибудь это все попробовать. Поехали дальше. Бульбашки взрываются, ну да. Два удара, и потом взрыв. Можно этими ребятами, наверное, детонировать... привет. Размен. Четыре. Это я могу открыть. Ладно. Это с этим вроде не проблема. Погодите. Это видите? Вон там, где... Вот внизу, там, где клык. Цветочек. Что там мне говорили про... А, вот цветочки. Уточки. Достигни такой силы. Атака 3, защита 3. Ага. Ага. Так, минуточку. Цветочки зелье. Нет, ну эти типа цветочки это ОЗ, это защита, это... На защиту я вообще ничего не собирал. Ха. Фишка в том, что тут везде собственный язык у них, вот этот вот. Меня не пустят, точно? Ну как это, чтобы за водопадом ничего не было? Какую-то клубничку я подобрал. А это консюмабл. Я не знаю, что это. Также у нас есть два осколка. Да-да-да. В общем, стараемся, пытаемся, крутимся. Живем. А, я... Вот почему тут нужен был щит. Я в воде кувыркаться не могу. Я так понимаю, мы сейчас пойдем дальше. И без... Хотя, вон тут мы выходим вроде... Тут свой костер есть. Поехали. Вообще сходу. Ну, было бы на самом деле странно. Целая лока отдельно, чтобы на ней не было костра. У меня большое подозрение, что здесь взорвать нужно. А, я об этом пожалею. Не? Да. Нет, значит, да. Вон... Там еще дверь выглядит подозрительно светлой, знаете ли. Черт, ну ладно, динамит можно купить, но им разбрасываться вот так вот. Здравствуйте, там сокращение, хорошо. Что я могу прочитать? Посол, крабол, краблик, шухарь, что, блин?
Больше вопросов, чем ответов. У крабла крепкий панцирь, у краблика друзья. Дружелюбная птица пытается с лярмяками или с лярмиками. Но врата, верхний мир. Разрушенный атолл. Погодите. А вот, кстати, и карт... Это... Хранители, пауки. Это, по-моему, как раз... Да, это верхний мир под колодцем. Вход сюда. А, вот она, карта под колодцем. Слюрмяк. А, кстати, вот этими слюрмяками как раз и питается. Мы можем сюда, туда. А, это интересно. Спусков 2. Тут слюрмяк будет, да. Он меня вытолкнул. Да, я был прав, этих чувачков можно подманивать и ими же убивать остальных. Но все, я сейчас сделал все крайне криво. Затопленный сундучок. Это к нему как-то вон оттуда надо прийти. Тут я ничего не могу сделать, но на первый взгляд, как оно мне кажется, сейчас буду тыкаться во всякие стенки. Вот тут можно обойти вокруг и опустить мостик, это мы тоже видим. По идее, у нас два прохода. Нет, проход один. Проход, по которому можем пройти. Стойте, 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 а в самом водопаде? К нему есть проход, может быть, стоит там пошариться? Давайте глянем, потому что, ну, тут есть проход сюда. Видите? Деньги. Не, ну, тоже хорошо. Секретик таки все-таки обнаружился, проход, потому что к нему есть... Но опять же, вы знаете, что вот как тут игра сейчас делает. Вот тебе один секретик, а вот там вот может быть и второй секретик, поэтому не расслабляйся. Так, слермяк. Вот это вот... А, это к мостику. Я думал, зачем оно? Оно нужно. Валим. Все-таки они у меня умудряются как-то еще цапать. Это на уровень выше нахуй? А, вот, вот этот проход к сундучку. Я же говорил, что он должен быть где-то здесь. 20 монеток. То есть тайный под водопадом был 30, этот поменьше, 20. Турель. Ага, ее можно убить, она взрывается. О, слюрмяк, привет. Да чтоб тебе. Жрем. Интересно, а, погодите, смотрите. Вместо турелек появляются еще такие штуки. Теперь у меня вопрос, турельки респавнятся или нет? Кстати. Опа. Шорткатиц открыли. По карте... По карте мне сейчас тут... А, это два разных уровня. То есть я сейчас смогу пройти дальше. И через это дальше я смогу потом зайти. Отлично, я понял. Я тогда на секундочку здесь еще быстро проверю. Немножко... Что, блин? Там что-то подводное. Оп, монетку. Как-то я пропустил.
А, я не пропустил, это заглючило что-то. Я вас понял. Ну, поехали. Угу. Это у нас вот основная линия, которая, кстати, да? Отлично, они друг друга повзрывали, с этим все хорошо. А это что было? Синенькая такая штучка. Странно, что там все без секретов. Минус. Вот видите, я подхожу, две синие штучки такие подбираются. Бочки. Возможно, я сейчас делаю ошибку, то что я их... Угу. Блин, их там два. Я так раскидываюсь этим динамитом. У меня возникает немножечко вопрос, стоит ли так поступать. Но ладно, он пока опять же есть, его пока можно купить. А, у него двойной удар. Ай! Ты же не хочешь сказать, что ты меня пытаешься убить там или что-то такое, да? Ты же не такой жестокий. Бутылочек не осталось, это печально. Туда вниз как-то может попасть, там сундучок, это я вижу. А, это я сейчас... Ой, блин, это я зря сделал, да? Назад я уже не попаду. А, черт! Нет! Я видел, что у меня уже заканчивается... Ладно, я сейчас приду сюда, это не страшно. Кстати, а туда наверх как попасть? Там сундук. Как будто отсюда. А я не могу сменить угол камеры, ничего, да? Да ладно, вы выследовать за мной, что ли, будете? Спасибо. Сдетонировал, дружок. Минуточку, турелька... давайте посмотрим просто. Да, турельки спавнятся. То есть взрывать их, конечно, интересно, но нет. Так, хорошо, минус 3. С этими мы быстренько разобрались. Они с... Нет, они не с первого раза. Тут не видно ни чертища вообще. О! Тайный проход. Что ты? Погодите, я что-то... Очень странное нашел. В принципе, было, ну, наверное, ну, не то, что прям очевидно, но игра намекала. Они такие говорят, тут слишком темно, ты ничего не увидишь, поэтому ориентируйся на свои чувства. Так, сундучок-то я там подобрал, а где меня сейчас... А, вон лестница, по которой я могу вернуться обратно, я понял.
Блин. Очень плохо. Очень плохо. Теперь мне еще с этими чуваками сражаться. Мне ачивку дали за динамит. Это я заберу. А, вон, я понял. Сундук снизу, если что. Это я тоже заберу. Бутылок у меня нет, вот что мне не очень нравится. Ну, идем. Он меня сейчас опять убьет. Ну вас нафиг. Я заберу еду, все, мне тут нечего делать. 20 монет, правда, не знаю. А тут нет никаких других тайных проходов? Жизни нету? Пополнить их негде. Я могу просто вот тут вылезти сейчас. Погодите, а тут? Я не верю, что тут ничего нет. Блин. Так. Печально. А, я там смогу срез открыть, если не сдохну. Надо очень попробовать не сдохнуть. Мне бы не хотелось. Тут... пожалуйста, живи. Вот этот срез. Он нас практически напрямую к костру выводит. Да. Как туда наверх попасть? Так, ребят, вы теперь вообще никчемные, да? Вот сюда вот нам сейчас. Это, по идее, проход даль... Ой, там, блин, какой-то большой, огромнейший прям босс в конце будет. А, видите, на карте сверху-сверху там этот проходик виднеется. Правда, не знаю, он до этого там тоже был? Или появился только сейчас? Интересно. В общем, мы идем к какому-то огромному боссу. Чего я, конечно же, безумно счастлив. Я какую-то резную лису еще нашел. Так, эти ребята могут еще... Да, как раз хотел сказать. Эти ребята могут еще и кусаться. Поехали дальше по данжику полазим, поэтому... Тут можно пройти. Это все может быть живое, да? Да, это все есть живое. До свидания. Дайте что-то нормальное, дайте. О, это, по-моему, какие-то вот эти вот гранаты. Они то ли замораживающие, то ли еще какие-то. Ну что, похоже, нас сейчас ждет просто разрыв, да? Да? Это я здесь? А что мне остается? Я какой-то фонарь получил.
Автопушки. Что-то защищает, но что? Погодите, а тут разве больше... Что, некуда и не ж... А, какой кнопкой его из... Видите, она вместе со щитом там появилась. Я просто фонарик получил. Выглядит, кстати, так, как будто да. Но вот тут на карте нарисовано, что в конце как будто какой-то огромный босс. Сюда я не могу. Это все. Погодите, это похоже на какой-то сервер. У него там мигает красное, зеленое, черное. Красное, зеленое, черное. Оттуда еще можно прийти. Это если учесть, что мы сейчас... Да, видите? Серваки. А вон и те желтые плиты. Это явно как-то связано. Ну что мне с ним делать? Ну, допустим, сюда вернуться будет не проблема. У нас и шорткат открыт, и данжен пройден. Что мне даст этот синий свет теперь, я не знаю. Вот что он мне даст. Здравствуйте. Вы меня не ждали? Ну, у меня 5 динамитов осталось. Теперь я могу видеть в темноте. Ну, относительно. Ага, вот этот рычаг. Костер прям тут. Новая страничка. Это какие-то... под колодцем и под землей. Это вторая часть. Только мне нужно... Так, да, тут нужен фонарь. Мне нужно определиться, где и что делаю. И опять же, погодите, ребят. Гушащие владения. Это не тут. Это... Гляньте, тут тоже есть вот этот вот сервер. Или я уж не знаю, что оно такое. Я не знаю. Возможно, я что-то упускаю. То есть мне как-то нужно нажимать. Мне что-то нужно с ними делать. Ладно, давайте тогда так. Да, эта серия будет немножечко покороче. Но мы исследовали локацию. Мы... полностью ее прошли, мы полностью ее пощупали. Давайте дальше тогда уже пойдем в следующей серии. Блин, тут разве ничего нету? Надо было бы, наверное, сходить к нашему костлявому дружку и запастись еще динамитом, но у нас 6. Посмотрим, может быть, нам хватит. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.